Добрый день, меня зовут Виктория. С Ольгой я познакомилась в 2013 году на курсах по биоэнергетике. На тот момент она уже несколько лет занималась, а я только начинала. Она мне, конечно, очень здорово помогла в определенных ситуациях. Самая сложная для меня была ситуация душевная, и благодаря ее медитации я очень много что отпустила в своей жизни. Мне стало, конечно, намного легче. Вот и вчера подвернула ногу, играя в волейбол. Сама до конца не справилась, благодаря Ольге. У меня все прошло. Сегодня как огурец. И вообще эта тема очень интересная. Если хотите попробовать помочь себе и своим близким, друзьям, занимайтесь своим развитием духовным, физическим. Я думаю, что если вы это начнете, вы не прогадаете.